Живых кукол увидят петрозаводские зрители в новой постановке. Театр кукол Карелии готовится к премьере спектакля по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». В ней нет ни дам в роскошных белых платьях, ни цветущих вишен. Евгения Легкая побывала на репетиции. Тот самый сад в спектакле по мотивам чеховского «Вишневого сада» больше похож на тюремную решетку, а главные герои – на персонажей фильма ужасов. В этом саду никто никого не слушает и не слышит. Именно поэтому зрителю должно быть страшно и в то же время смешно, рассказывает режиссер-постановщик Александр Янушкевич. Это просто речь о жизни, о любви, о долге, о потере. Это никакой не ужастик. То, что они страшненькие такие, то это потому что, стилистически натурализм, он дает такое немножко годливое, впечатление. Это живые куклы, говорит про артистов в масках Александр Янушкевич. А маски для них – вторая кожа, за которой можно скрыть истину. Для театра кукол маски не новшество, но эти – мягкие, подвижные, так называемые мимические, настоящие ноу-хау. Поначалу работать в них было очень неудобно, но теперь, можно сказать, срослись с ними, делятся артисты. Петя Трофимов, бывший учитель Гриши, сына Раневской. Это гротеск. Потому что, можете мне снять маску уже? Снимайте. Потому что это гротеск, это образ, который, то есть персонаж, который возведен в некую степень, грубо говоря. Это не обычные люди, а уже такие архетипы, которые ходят по сцене. Продано имение или не продано, не все ли равно? Успокойтесь, дорогая. Если на сцене появляется маска, то по законам театра стократ возрастает не только роль музыки и освещения, но и жестикуляции, пластики, танца. Хореографическую индивидуальность режиссер совместно с хореографом искали для каждого персонажа. Помещицу Любовь Андреевну Раневскую Александр Козин увидел такой. Ну, она такая у нас актриса, да? не всегда понятно, где она как бы честна, где нет. Это все время, ну то есть вот по пьесе, да, вот и по тому, как это реализуется в спектакле, да, то есть ее персонаж очень такой какой-то неясный, в смысле, что вот ты все время находишься в таком в догадках, сейчас перед тобой вот открывается человек или все-таки он как бы лукавит, это играет. Премьера спектакля в конце июня. Пока идут репетиции, он еще рождается. Но такого «Вишневого сада» Петрозаводский еще точно не видел, обещают артисты.